Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мужик и видео про падающие самолеты. Я спросил, нужен ли вам отдельный видос по скелетам и металлоискателю возле них. Судя по активности в комментариях, не все поняли, что это за квест такой, хотя там все максимально просто. И сейчас все расскажу и покажу. Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей любых современных консолей. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В общем, ссылка в описании. Итак, вот вам точная карта со всеми 10 местами спавна скелетонов. Если скелет находится в одной из этих точек, вам достаточно просто оказаться рядом, как на карте появится синий кружочек, которым обозначают любое случайное событие в онлайне. Поэтому для быстроты поиска берем что-нибудь летающее, опрессор или вертолет. Свой или угнанный, не суть. И начинаем следовать по маршруту от восточного побережья и заканчивая западным. Единственное, не улетайте в стратосферу, а то скелет тоже не появится. Держимся как можно ближе к земле. Такие скелеты уже можно было найти на Кайо Перико или Перико. И вот их волнами принесло в Лос-Сантос. Спавнятся они в одной из 10 точек, и в 12 часов ночи по игровому времени их дислокации меняются. И поскольку это случайное событие, то не факт, что в 12 ночи скелет переместится в другое место. Он может и вовсе исчезнуть. Я, например, 2 раза пролетел по всем точкам, скелета нигде не было. Дождался 12 ночи в игре, начался новый день, и пролетая возле канала, скелетон заспавнился. Так что если скелет мы не находим, меняем сессию или пробуем его поискать на следующий игровой день. Сам скелет нас не интересует, возле него лежит пластмассовая кувалда, которая называется металлоискателем. Подобрали ее и теперь можем искать сундуки на Кайо Перико или Перико. После подбора металлоискателя метка скелета не пропадает, возможно он забагован. На нем можно только карту поизучать, а если найдем его в следующий день, то можно будет вытащить из карманов немного денег. Сумма не фиксированная, когда-то это 5000 долларов, а когда-то 9. Ну а мы забрали металлоискатель и отправляемся на разведку острова. Именно на разведку. Во время ограбления этот квест недоступен. Когда у вас есть найденный металлоискатель, на острове появляются 2 зоны, выделенные белым цветом. Это зоны, в которых находится закопанный тайник. Подходим в эту зону, на правую кнопку мыши достаем металлоискатель и смотрим на индикатор. Когда бугорок с тайником уже будет перед глазами, металлоискатель зазвенит, мол, пришли, дружок, дальше ручками. Откопали тайник, достали, забрали из него 15 тысяч долларов. Все то же самое, как и было с обычными сундуками, которые надо было найти, но не все знали, где они были в тот или иной день. Только их особо не искали, потому что была лень. А здесь готовая зона поиска, просто доедь и возьми. Но еще один плюс в том, что зона всегда на суше, искать сундук под водой было муторно. А еще один плюс в том, что вам даже металлоискатель не нужен, просто ищите местность с песком, а на ней ищите бугорок. Я вот второй сундук просто так визуально нашел. Металлоискатель лишь активирует этот квест. Первые 15 тысяч нам падают в качестве наличности, а вторые сразу на счет в банке. Вот и весь квест. На словах получается вполне выгодно. Откопал 2 сундука, заработал 30 тысяч. Нашел еще 2, получил также 30 тысяч. Сходил на разведку острова, вернулся 60 тысячами зеленых. Сама механика с металлоискателем новая и интересная, но лично я в лице мужика этим заниматься не буду. Знаете почему? Потому что Кайо Перико или Перико мне не нравится. И несмотря на высокий заработок здесь, я максимально ограничу появление на этом острове мужика. Но что мне не нравится больше, чем ограбление Кайо Перико, это разведка на Кайо Перико, когда нам надо ехать через весь остров, объезжая не только бетонные кусты, но и всевидящее око десятка сауронов. При этом нельзя стрелять и в случае поимки ехать через весь остров по новой. Вот в этой ситуации Штирлиц на отдыхе ехать за 15 тысячами долларов не сильно хочется, учитывая, что после ограбления на счет упадет 1,5 миллиона. А так механика интересная, я бы ее развил и вдобавок искал с помощью металлоискателя еще и комплектующие к винтовке М16 или энергоблоки для Омеги, например. А у меня на этом все. С вами был Мужик. До новых встреч. Пока-пока.